Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами проектом по заработку криптомонеты Tron. Это инвестиционный проект. Вот. И минимальный вход, депозит от 5 TRX. Регистрация. Прописываем мобильный телефон. Далее пароль. Еще раз пароль. Или... это пароль для вывода средств. Нет, пароль. Подтвердить пароль. Вставляем. Здесь будет у вас код пригласителя. Invite-код. Если у вас не будет этого invite-кода, то регистрация, ребятки, не пройдет. Я уже пробовала вчера зарегистрироваться. У меня ничего не прошла. Регистрация именно вот этот invite-код. И вводим капчу. Вот она вот здесь капча. Нажимаем зарегистрироваться. Вход по номеру телефона и логину. Попадаем в кабинет. Здесь можно это ознакомиться, почитать. Я ее закрываю. И нам бонус дают 1088 вот этих TRX. Я сразу иду во вкладочку «Депозит». И нам дается 1 час для депозита, чтобы сделать депозит. Копирую адрес. И вот здесь пишу «Минимальный инвест 5 TRX». Копирую адрес. Иду в кошелек TronLink. Кликаю «Отправить». Вставляю адрес кошелька, проверяем. И вставляем сумму, какую мы хотим закинуть. Я закину 10 TRX. Какие бы ни были такие проекты, ребятки, хорошие. Да, мне понравились такие проекты такого типа. Я от них в восторге. Но имейте в виду, это инвест-проект. Это интернет, и может всякое случиться. Я рискую своими денежными средствами. Имейте это в виду. Каждый думает сам. Все, я отправила монетки. И теперь будем ждать, когда придет депозит. Значит, ну все, больше ничего не надо. Значит, была я вот здесь, на этой страничке. Монетки еще не пришли. Значит, депозит, вывод. Здесь вкладочка будет находиться, партнерская ссылочка. Копируем. Ссылочка скопируется. И можно делиться. Также вот она вот внизу есть. Здесь вкладочка Mine. Здесь, значит, кликаем сюда. У нас 3 уровня партнерской программы. Далее профит лист. Возвращаемся. Базик у нас это сколько я здесь вложу. Так, здесь можно вот с этого аккаунта перекинуть на этот с промо, вот этот, как я его называю, промо аккаунт. Если когда здесь будут монетки, можно перекинуть на базик аккаунт, и чтобы зарабатывать больше. Далее также опять реферальная ссылочка. Здесь у нас новости. Ну и все. Так. Монетки мои поступили. Видим, сумма у меня увеличилась. Значит, и я зайду куда? Трейдинг. Здесь пока нет ничего. 5%. Так, май. И я поставлю на вывод.
Значит, смотрите, у меня на балансе 0,30 монет. Сюда вводим. Также можно. Смотрите, есть базик аккаунт. У меня на нем 0,33x. Также есть промо аккаунт, если кликаем. И когда здесь будут монетки, можно выводить. Я всегда, когда ставлю денежку на вывод, я проверяю, есть у меня на этом аккаунте, на промо аккаунт, больше монет, чем на базик аккаунт. Значит, я ставлю вот этот баланс на вывод. А если здесь по нулям, ну, то, естественно, я ставлю базик. Значит, здесь мы вставляем сумму 0,30. Потом я вот так, точка здесь не ставится. Вот так кликаю и уже тогда ставлю точку. Сюда я пропишу адрес, пароль, то есть, который указывала при регистрации. Ребятки, он высвечивается. Я поставлю на паузу и поставлю пароль. Значит, копирую я адрес. Скопировала. Монетки мои ушли. Вот 10,3x я вкладывала. Сюда я прописываю адрес Тронблинка. А сюда я сейчас ставлю пароль и нажму вывод. Ставлю пока на паузу. Монетки мои вывелись, как видим, по нулям. Идем на Тронлинк. И вот они, мои монетки. 0,33x прибыло. И каждое утро, это уже я не помню, как у меня, 8-9 что ли проект даже. Дайте-ка я гляну. Это у меня, значит, сейчас скажу. 1, 2, 3, 6, 7. Это 8. Уже 8 аналогичный такой вот проект у меня. И ежедневно, конечно же, ребятки, я отсюда вывожу. Я с тех уже сегодня вывела. Вот. Выводила 3,9, 0,45, 0,45, 1,46, 0,275, 0,5. Там, да, 29 это все. 0,25. А там уже все. Пошло уже другое число за вчера. Ну, вот как-то так. Я никого не призываю регистрироваться. Никого не призываю вкладывать. Это инвестиционный проект. И это интернет. И не дай бог что-то случится. Я отдаю отчет, куда я захожу, да? И я понимаю, что в любой момент может проект закрыться. Как бы хороший проект не был, ребятки. Так что думайте сами, надо вам проект или не надо. Каждому свое. Всем удачи, больших заработков. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем мира, добра, любви и счастья. Всем здоровья. Всех благ. Берегите себя, берегите своих близких. До новых встреч.